Итак, у нас в гостях Александр Викторович Черников, преподаватель науки СПАС. Как долго вы уже преподавателем являетесь? Последние 4 года я занимаюсь этими курсами. Сначала я был с отцом, но так как отец ушел не так давно, вот сейчас я занимаюсь в одиночку. А сколько вам лет? 33. 33. Довольно молодой возраст. Молодой. Да. А чем вы занимались до этого? Как и все, жил обыкновенной жизнью. Но на самом деле занимаюсь я уже более 20 лет. Просто это были более индивидуальные занятия. То есть отец учил меня, я сам учился в разных местах, развивался, скажем так. А приблизительно 4 года назад отец попросил помочь. Ну, я наконец-то созрел к этому, поэтому перешел на эту тропу, принял этот флаг и сейчас несу его. Ваш отец Виктор Михайлович Черников, он создатель данной науки или как? Нет, он не создатель. Это давайте вкратце в двух словах расскажу, чтобы было понятно. То есть это знания и традиции, которые принимали давным-давно, то есть по некоторым там подсчетам разных людей, разных ученых, или просто разные предположения, что этим знаниям там порядка, там, кто-то говорит 10 тысяч лет, кто-то говорит 100 тысяч лет. Я утверждать не берусь, но то, что это достаточно древние знания, которые были на территориях проживания славянских племен, вот, и какая-то часть их сохранилась в среде казаков, запорожцев, гарских казаков. Ну, это те же самые запорожцы, которые после уничтожения Запорожской Сечи и вообще было такое, скажем так, запорожское государство, казацкое государство. Вот. У них были административные районы. Вот один из них — это Болгогардовская Паланка. Вот. И там есть остров Гард. Вот на нем была основана новая Запорожская Сечь. То есть мы из бугских казаков, скажем так. Вот. И вот часть этих знаний, отец их, как бы, то, что ему передали, то, чему его обучили, потому что он тоже обучался у других людей, которые носители знаний. Вот. И он это как-то аккумулировал и начал выносить в свет. Потому что когда-то ему прадед, ну мой прадед, его дед, дал такой завет, что надо знания нести, люди должны просыпаться. Вот. И вот он порядка там 25 лет, плюс-минус, я там точно не могу сказать, мал был. Вот, потихонечку, шаг за шагом, выстраивал эту структуру, потихонечку выносил это в массу. Что вообще такое СПАС? Потому что в интернете, если набираешь казачий СПАС, то появляются ролики единоборств. Это бесконтактные всякие бои и прочее. Как я понимаю, у вас курсы «Наука СПАС» называются, а не «Казачий СПАС». И там физических таких упражнений особо нет. Есть, на самом деле. Дело в том, что сама наука, то есть раньше СПАСом она прям так не называлась, это более современное название, может быть, лет 200 от силы. Вот. И это в среде казаков это называлось просто наука. То есть человек что-то знал, что-то умел. Но если ты не знаешь, не умеешь, то, допустим, выше сотника ты не поднимешься. То есть это тоже был критерием некого государственного отбора. То есть там, стать кошевым атаманом и не знать науки, ты просто не имел права. То есть тебя люди просто не приняли бы. Вот. А человек, который живет в науке, он фактически, ну, скажем так, он заботился о окружающем мире. То есть сейчас есть новомодное слово «экологичность». Вот. Ну, вот он, скажем так, экологично относился к себе, к окружающим его людям, к событиям и так далее. Готов был нести ответственность за свои поступки. Это самое главное.
Вот. Среди казаков были такие, сейчас их возвели до культовых личностей в какой-то степени, это казаки-характерники. То есть это люди, которые обладали недюжими знаниями, причем они умели делать некие очень фантастические вещи, там, допустим, заговаривать раны, ловить пули и так далее. Но при этом характерники, они были, как в свое время, они были правопреемниками, по сути, волхов. Вот, и они несли эту культуру, знания, ну, как носители. В свою очередь, они обучали казаков. Некоторые характерники жили в селах и распространяли в селах эти знания, ну, в родах в основном. То есть в своих семьях, естественно. Поэтому, допустим, на территории Украины, там, где особенно казацкие центры были, то есть стояли полки, еще что-то, там очень много людей, которые что-то знают, что-то умеют. То есть ведуньи и так далее, и так далее. То есть даже советское время, когда это все притеснялось, истреблялось и так далее, оно все равно не сумело уничтожить эту культуру. То есть она все равно сохранилась. И в принципе в Российской империи тоже было очень много людей, потому что те же характерники, они были и на Дону, они были и на Кубани, потому что запорожцы и там тоже были. Вот. И несли эти знания, сохранялись. То есть в принципе среда характерников, она сама по себе, можно сказать, что это своего рода, ну, как мудрецы. То есть были боевые, те, которые участвовали в сражениях, а были те, которые воспитывали. Вот. И воспитанием, то есть характерництвом, да, занимались именно деды. Те, кто был помоложе, они не совсем были характерниками в плане того, что они занимались именно уже боями. Вот. Это были боевые, назовем их так. Вот самый известный характерный, который занимался боевой практикой, это был Иван Серко, легендарная личность. Вот. Он, там, про него легенды ходят всевозможные. И, ну, кому будет интересно, я не буду историю вдаваться, почитайте, посмотрите, всевозможные фильмы про него снимали. То есть это действительно легендарная личность, которая, ну, допустим, там, было так, так сложилось, что они попали в Париж. И вот в Париже у него за 2 года было порядка 20 дуэлей. Ни на одной дуэли противник не смог к нему даже подойти. Он не доставал ни сабли, ничего. Люди просто, он на них воздействовал на расстоянии. Люди просто пугались, убегали, плакали. Ну, это было. А что это? Это... психотехника. Это психоэнерготехники. Сейчас бы это назвали парапсихологией, возможно. Но сам спас – это, скажем так, культура жизни. То есть он, все техники, которые есть в спасе, все знания, они направлены на то, чтобы человек максимально полно и комфортно взаимодействовал с окружающим миром. Уже исходя из этого, ты можешь использовать это в любой среде своей жизни, абсолютно в любой. То есть ты можешь просто жить, и тебе хорошо, потому что у тебя нет сомнений, то есть ты целостная личность. Отсюда, кстати, пошло название целитель, целостность. Либо ты можешь использовать это для своей работы, потому что ты знаешь, какое решение надо принимать. В другой момент ты можешь использовать это в бою, потому что ты видишь, чувствуешь, как изменяется пространство вокруг тебя. И этим всем пользовались. Знаний, на самом деле, очень много было спрятано в свое время. То есть казаки были очень хитрыми ребятами. И когда Екатерина разрушила сечь, то они многое спрятали, просто спрятали. Если раньше казаком мог стать любым, любой человек абсолютно. То есть считалось, что науке обучить можно любого. Если человек готов,
если у него есть определенный характер, то его можно обучить. А в казаки, в принципе, любого принимали всегда. Достаточно было покреститься, там, произвести несколько слов на украинском языке, и тебя принимали. То есть на сечь можно было войти любому, кроме женщин, естественно. Но при этом казаками были и татары, и итальянцы, и французы, и поляки, и московиты. То есть тут вообще без вопросов. То есть для всех была дорога открыта. Вот. И сказать, что, допустим, спас или наука – это только психоэмоциональные вещи, это не совсем корректно. Боевая традиция, она присутствовала всегда. Потому что казаки – это воинское подразделение в первую очередь. Поэтому очень много училось. Но на одной физике далеко не уедешь. Те же самые самураи, они очень много времени уделяли воспитанию самурая. То есть каллиграфия, составление стихотворений и так далее. Очень напоминает воспитание дворянина во времена Российской империи или в других странах. То есть они проходили определенный курс. То, что сейчас бы назвали телесно-ориентированной практиками. То есть живопись, сложение слога и так далее, и так далее, и так далее. У казаков были подобные методики воспитания, только немножко в другом ключе. Потому что на все это не было так много времени. Вот. А по большому счету задача воспитать человека, она была, заключалась в том, чтобы передать максимальное количество информации в повседневной среде. И чтобы человек не ходил на занятия, там, тренировался, а чтобы он в процессе своей жизни учился это делать, чтобы каждый день для него было как занятие. Когда вы выходите на определенный уровень, когда вы входите в эти состояния, для вас это становится понятным и ясным. То есть невозможно этому научиться вот сесть и заниматься. Да, на каком-то этапе надо садиться и заниматься. Затем это переходит в разряд, само все протекает. И само все складывается. Ты потом просто наблюдаешь. Это и есть позиция наблюдателя. Допустим, просто давайте обратимся в историю и посмотрим. Для сравнения, да, есть очень много монахов, есть очень много людей, которые там ищут знания и так далее. Ну, в восточных культурах. Они уединяются, они живут в монастырях. У нас тоже были монастыри, тоже люди уединялись. Но повседневной жизни. У меня нету времени на подготовку, потому что у меня там есть домашнее хозяйство. У меня дети растут, мне надо поле убирать и так далее, и так далее, и так далее. Когда мне заниматься собой? Я могу заниматься собой в процессе этих действий. То есть правильный труд, так называемые рабочие движения, они формируют правильную осанку, правильное движение для боевых практик. Умеешь работать, умеешь сражаться. Поэтому те племена и те народности, которые проживали на этих территориях, они это очень четко понимали, потому что, в принципе, вся украинская культура – это культура трипольская, наследие трипольской культуры, то есть оседлых племен, кореев. От слова «орать», то есть земельные племена. То есть они сидели на местах, естественно, у них на это времени не было. Вот. То есть оседлые племена, оседлые люди, которые на местах занимались, они должны были уметь развиваться в процессе своей повседневной жизни. Это самое главное, к чему мы должны прийти. Вот и все. То есть все просто. Чем мы проще подходим к вещам, тем проще будет понимание. Если мы будем сложно их понимать, мы можем заблудиться в своих фантазиях. Вот. Дальше в понимании, допустим, в саморазвитии. То есть у меня было там полчаса сбегать в лес за ягодами. Я за эти полчаса успел и пообщаться с лесом, и подышать, и все на свете. Человек, который знает, как это делать, он будет не полчаса, а 35 минут этим заниматься, на 5 минут дольше. Он сделает колоссальную работу для себя. Он выйдет из леса новым, чистым, обновленным человеком. Но это только если он знает, как это делать, если он это чувствует,
осознает и так далее. То есть характерники, допустим, они в свое время обучали казаков, они выводили их на уровень ребенка. То есть первый этап, который должен был вывести, это вывести человека в ноль. То есть вернуть его в состояние ребенка, чтобы он заново начал познавать мир. С нуля. То есть от обратного дошли до нуля и пошли вперед. Человек успел это сделать, замечательно, но он уже несет с собой свой опыт, свое понимание, но через новую призмочку, то есть обнуление. Исходя из этого, уже дальше люди было видно, кто будет бойцом, кто будет целителем, кто будет, там, допустим, у него навыки лучше проявляются в образовании, то есть лирники, кобзари. Было понятно. Вот. Соответственно, было 13 родов. У каждого была своя специфика. В каждый род могли принять любого, если человек был достоин, если у него были к этому способности. То есть ему три раза, ну, до трех раз ему могли предложить. Если он отказался, то его уже не трогают. Если человек готов, готов. Были люди, которых за деньги учили, потому что, ну, естественно, жить нужно, за что-то существовать. Вот. Но считалось, что, ну, это как плата, да? Все имеет свою цену. И эти знания были тайны. И некоторые села, я знаю, были такие истории, что легенды ходят, что села, ну, там 3-4 села, они сбрасывали деньгами, чтобы одного человека научить чему-то. И этот один человек, это было их недостояние. То есть он там мог там помогать в сельском хозяйстве, он мог там с врагами, скажем так, понимать, когда они могут прийти. Воспитывали себе такого некого маленького шамана. Хотя основы спаса, как и старой культуры нашей, это шаманизм. Старый шаманизм. Тут стесняться не стоит. Все капища, это в другом смысле, это по сути есть место, где проводились обряды. Вот. То есть это какая-то эзотерика? Нет, это не эзотерика. Эзотерика — это когда вы делаете то, чего не понимаете. Это культурное наследие. Ну хорошо. Как сегодня проходит процесс курса? То есть, раньше, я понимаю, там, ребенка отправляли, человека, если не занимались, наверное... 7 лет, если ребенка брали, то, ну, 6-7 лет начинается воспитание, и до 18, ну и потом уже там идет. Сегодня сколько курсов длится? Значит, у нас, я провожу 3 курса базовых. Это основа. На этой основе мы же дальше там развиваемся. Основа длится 6 дней. По 3 часа, 3-4 часа одно занятие. В некоторых случаях это может быть 7 дней. Но это зависит от того, как группа идет и так далее. Ну хорошо, прихожу я на первый курс спаса. Да. Всего 6 дней. Да. Чему меня там научат? Ну, основа первого курса — это в первую очередь начинать человека перепрограммировать, как это было сейчас. Более понятно будет сказано. То есть человеку надо почистить голову, человеку надо научиться держать свой центр, то есть быть целостным. То есть мы учимся на первом курсе быть целостным. То есть как правильно дышать, как правильно ходить, как правильно держать свою ось. Потому что здоровым... Нет, йога — это сел и делаешь. Это немножко другое. К йоге... Ну, на самом деле, может быть, это и йога, конечно. Можно и так назвать. Йог там много есть, всевозможных видов. Вот. Возможно, если бы я в Индии жил, то это была бы йога. Это только начало, только основа. То есть в любом случае есть немножко, совсем чуть-чуть, но физическая основа. А дальше это уже психоэнергетические техники. То есть человек учится по-новому, через свою старую призму, ощущать мир, пока через старую. Вот в этом задача. Естественно, он получает большое домашнее задание, которое ему надо просто делать. Уже исходя из того, от его результатов, он сам решает, готов он к следующему занятию или не готов. Ну а что со мной происходит? Я 6 дней учусь правильно осанку держать, дышать, что еще? Ну, не знаю, двигаться. Что, я себя буду просто лучше чувствовать? В том числе. В том числе, а что еще? Еще вы научитесь видеть ауру других людей.
ну, не секрет, конечно, что это не эзотерика, это реальность. То есть та же аура, биополе любого предмета, любого живого существа, она несет с собой множество информации, она несет под собой множество угроз, потому что человек не осознает, что это существует, а это существует, и оно влияет. То есть повлиять на человека можно как прямым, так и косвенным способом, допустим, через ту же энергетику. Есть снимки Кирлиана, там видно, что есть какое-то биополе вокруг человека, там они в разных, разные поля фотографировали, то есть эти снимки распространены давным-давно, но на самом деле видение ауры – это не канон, что мы видим ауру. Это нужно не для того, чтобы человек ее просто видел. Хотя это важный элемент, конечно же. Потому что если ты видишь, ты можешь этим управлять. Ты можешь это убирать, восстанавливать и так далее. Но здесь вопрос в другом, что с помощью видения, у нас это называется бачение, вот, с помощью бачения ты в первую очередь учишься по-другому видеть мир, и те техники бачения, которые есть, они простые, элементарные, но через глаза ты начинаешь менять свой шаблон восприятия мира. Опять же, все наше восприятие, оно плоское. То есть мы учимся выходить за грань плоскости и смотреть на события в объемном. А если ты можешь посмотреть в объеме, ты можешь увидеть те вещи, которые ты раньше не видел, значит, ты можешь поступить правильно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек сам учится работать самим собой. Спас нельзя привести, и спас нельзя научить. То есть человек должен сам пройти этот путь. То есть я могу только показать что-то, что я, допустим, прошел, что я понимаю и так далее. Да, естественно, я тоже не все знаю, не все умею, к сожалению. Но это еще возраст связывается, естественно. Никогда не говорил, что я великий. Но тем не менее, допустим, то же бачение, оно способствует, помимо там, то, что зрение может улучшиться, это факт. Момент в том, что вы начнете на события смотреть по-другому. На вещи вокруг вас смотреть по-другому. Не прямым взглядом, а уже на осознание. То есть есть такой термин у нас «разумение». В русском переводе это можно было бы сказать как «осознание». Но «разумение» – немножко более глубокий термин. То есть есть слово «разум», да, есть «ум». То есть, а «разумение» – это с розовым. С разумом подойти. То есть осознание – это с сознанием. То есть осознание – это поверхностно через мое сознание, а с разумением – это через мою душу. То есть через те более глубокие моменты. И вот в этом вся суть. То есть, по сути, вы работаете на глубоких моментах, на которых вы даже не всегда видите сразу результат. Но он присутствует, естественно, если вы занимаетесь. То есть какие-то события начинают выстраиваться и так далее, и так далее, и так далее. Это просто в словах не объяснить, это можно только на примерах приводить. А это может занять очень много времени. Ну, простой пример я вам приведу, чтобы уже не было. Есть люди, которые очень хотят приехать на занятия. Но они по каким-то причинам, не могут приехать. И вот в последний момент, все, я готов. Ему говорят, не надо, не едь. Не нужно, не готов, еще что-то не нужно. Выходит с аэропорта, ломает ногу. Все. Вот так вот. И таких случайностей не случайно. То есть вот таких вещей очень много, и с этим надо мириться иногда. А иногда надо понимать, почему это происходит. Вот для того, чтобы это понимать, нужно над собой работать. Это не анализ, а самоанализ, он обязательно присутствует. Но здесь момент в другом, что есть моменты, на которые мы раньше внимания не обращали. Вот эти знаки, там, еще что-то. И когда человек с этим начинает с собой работать, он начинает действительно понимать, как устроена вокруг него жизнь.
есть почему, допустим, сосед на него ругается? А когда ты понимаешь, почему он ругается, ты начинаешь понимать, что как с этим быть. Сейчас уже очень много разных семинаров, курсов, школ, где саморазвитие, психологии, где учат там соседу улыбаться, и тогда у тебя все будет хорошо. Да. А чем тогда спас уникален? Как, где гарантия, что это тоже не одно из шарлатанств? Потому что сколько уже людей там продало за деньги видение ауры и так далее, то есть там святая вода Не, ну на самом деле, может, они и были шарлатанами, тут такое дело. Я к этому отношусь философски. Есть люди, продают знания, а есть люди, продают что-то. Да? Вот такое дело. Но на самом деле отличие, ну, во-первых, по той же ауре, например. Ну, аура, вот, ну как она выглядит? Я прихожу, как, во-первых, меня этому обучают? И как я могу понять, что это аура? Потому что... Только опытный путем. Может, подсветка какая-то, может, тепло исходит от человека, мне говорят, что... Оберните человека в фольгу и посмотрите, будет ли у него или нет. Как может быть тепловое, допустим, тепловое поле быть настолько сильным, что сквозь толстый слой одежды оно выходит так ярко, как и выходило до этого. То есть это все можно познать только опытным путем. То есть у меня все направлено на то, чтобы мои слова люди сами либо опровергли, либо подтвердили. Потому что я знаю, ну, как минимум где-то 10-12, может, и больше способов, как человека обмануть. Как людей не то, что обманывать, но как им, извините за мою прямоту, вливают в уши много-много всего. Там, про астральные цвета там, и так далее. Есть наука классическая, да, которая уже давным-давно все объяснила. Все написано в книгах, потому что там 70-80% парапсихологии, эзотерики и так далее, оно все взято из народа, из классической культуры, разных народов. Допустим, наша культура отличается от культуры индейцев Южной Америки только тем, что у нас есть свои каналы или там рычаги воздействия на личность. Культурные. Да, у нас своя культура, у них своя культура. Но это не значит, что мы слабее их или они умнее нас. Это абсолютно не значит. Да? Я не вижу смысла, допустим, ездить далеко, глубоко, куда-нибудь, не познав свою культуру, не познав те основы, которые есть. Да, естественно, там, у нас были такие времена темные, у нас там все разрушалось, ломалось. Вот. Но это же не значит, что этим никто не пользуется. То есть все спецслужбы знают, как это работает, все этим пользуются. 30-е, в 20-е годы собирали всех людей, там, бабушек, дедушек, казачков, всех засылали, все писали методички, как делать, что делать, чему учиться. То есть, естественно, потом уже мудрые мужи это все дело развивали. Вот. Поэтому те же самые боевые традиции, у них очень большие корни именно в народных, там, танцах и так далее. То есть люди, которые раньше это отталкивали, пройдя определенный этап внутренней работы, они понимают, что вот оно вот так. То есть народ, он же жил гораздо больше, чем одна личность, да, потому что это, ну, коллективный разум, фактически, который передается, сохраняется, культура, традиция, и люди как бы видят, они же с собой наблюдают, и они там вносят какие-то корректировки. То есть это нужно для того, это нужно для того, это нужно для того. Это как, допустим, любой мастер единоборств, которого там длинные размашистые движения в молодости, всегда приходит к тому, что в итоге эффективные, короткие, минимальные передвижения по минимальным траекториям. Они максимально эффективны, минимально заметны и так далее, и так далее. И то есть самое главное то, что энергосберегающие. Вот это принцип спаса, энергосберегающие. То есть делать то, что по сути будет сохранять тебя. То есть и спас это говорят, что спас это спасение ведь всего клятого життя. То есть это спасение от
этой нелегкой жизни. То есть то, что тебе помогает сохранить энергию, сознание, нервы, там, я не знаю, как хотите это называть. Только куда ты это применишь, тоже твое дело. Хочешь, принимай это в боевой традиции. Хотя это элемент однозначно, одно другое дополняет. Поэтому очень много людей, которые приходят заниматься, они именно с боевой традицией. У меня лично спас, само слово спас, ассоциируется с нечто религиозным, возможно, православным даже, Спасская церковь. Вот. Ну, это не мудрено. Связано вообще? Ну, конечно, оно связано. Дело в том, что, ну, сразу говорю, чтобы не было никаких недоразумений, непонятностей. Спас вне религии, спас вне политики. То есть религия, вот, давайте так, основополагающее церковное наследие, которое существует на территориях проживания, условно славянских народов, да, это христианская церковь, которая в свое время была воздвигнута на ведичестве. То есть, если вы поедете, допустим, куда-нибудь, где больше католицизм насажен, то там, скажем так, тех же праздников, они и во времени отличаются, и они выпадают по названиям, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там конкретно уже была создана определенная модель. У нас же эта определенная модель была несколько изменена изначально. То есть у нас за основу взяли те старые традиции, потому что они очень долго выбивались, но выбить все равно не удалось. То есть люди держались за свою веру. Вот. И было так называемое там староверие, или ведическое православие, или ведическое христианство. Можете так это называть. То есть, естественно, названия, праздники, термины некие, они сохранились, они переплетаются, естественно. Вот. Там просто есть спас, который больше церкви, там есть разные трактовки, вот. Но прямого, скажем так, контакта между учением и прямого контакта между церковью, они не существуют. Одно другому не противоречит. Человек может ходить в церковь и быть в спасе, это его дело. Тут ему ничто не мешает. А может не ходить в церковь и быть спасен. То есть знания, они территориальны. Вот. Они ни в коем случае не национальны и не религиозны. Ну, национальность, конечно, имеет значение, потому что в первую очередь ну, геном никуда не деть. Да? Пальцы, гены пальцем не раздавишь. Как бы мы ни хотели, потому что некоторые, наверное, это стремятся сделать. Вот. И то, что живет в нас, оно должно жить дальше. То есть каждый из нас там несет информацию там, приблизительно на 700 лет у своих родственников, у всех, ну, то есть колоссальное количество опыта. Это только на геноме. Мы уже не говорим о подключении к энергетическим полям, энергоинформационным полям Земли. Это ноосфера, откуда мы можем черпать информацию бесконечно много и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь никаких сложностей нет. Это все прописано еще в 70-е годы в советских книгах научных. То есть откуда люди об этом знают? Они просто к этому пришли, либо им это дали. Ну и так далее. То есть вопросов возникает на самом деле очень много. Я общался с разными людьми, с разных поколений, разных школ. Допустим, то, что делали там в спецслужбах некоторых, сейчас это такой детский сад, можно сказать, что ой, да, так все просто. То есть люди намного быстрее за короткий промежуток времени не сдвинулись в своем понимании, ну, наверное, я не знаю, ну, год за пять, наверное. Потому что, я же говорю, то, что там в лабораториях делалось, то до этого уровня некоторые доходят гораздо быстрее, там, за год, за два. Они там годами сидели, там, десятки умных мужей. Ну, а вы говорите, что спас территориальный. Ну, да. Последний. Так это, получается, спас произошел из Украины, правильно? То есть он... Не совсем корректно. У каждого человека свой спас. У каждого человека своя наука.
каждый человек особенный по-своему. Просто, ну скажем так, вот представьте мячик. Да, если мячик разделить на множество одинаковых секторов и разрезать их, ну по секторам разложить там, пусть это будут какие-то равные кусочки, и раскинуть по всему миру, то что мы имеем? Мы имели что-то целое, что в итоге было разделено. И это целое, каждый смотрит на свой кусочек по-своему. То есть это видение там, кого-то, чего-то и так далее. Ну, допустим, там, знание, которое есть в Карелии или там, в Латгалии, по сути, даже Карелия, только немножко по-другому. Да? То есть те там, места, силы и так далее, они... Это видение людей, которые проживают на территориях, там, да, где определенная погода, определенная религия. Естественно, это сказывается на, эту, на их культуру, на их уклад и так далее. Спас, допустим, на нас, ну, наука, которая у нас, да, она немножко другая. Там, наука, допустим, там, Урал, Сибирь, там, или там, северная традиция, то, что Шерстенников рассказывает. Это третий. Ну, по сути, это все одно и то же. Вопрос ключи входа и пути прохождения. Там поехать к тем же йогам, но это тоже оно. Ну, наследие-то оно одно у всех. То есть зачем, допустим, зачем я буду идти длинным путем, который проходил кто-то мне непонятный, когда я могу это сделать коротким путем через понятные мне вещи. Вот и все. То есть, в Африке тоже есть спас? Ну, в Африке на самом деле очень сильные оккультные науки. Тоже гаитянская вуду, это же африканская вещь, по сути. Поэтому эти вещи, у нас это просто называется, ну, через куклы работает. У нас же кукольная традиция сохранена, да, у нас есть обережные куклы, у нас есть другие куклы. Чем мы отличаемся? Да ничем, у нас это все то же самое. Только у них это как культ темный, у нас это как обыденная повседневная жизнь. То есть там те же лотереи, ну, Что, допустим, чем воспользовалось христианство? Тем, что у нас есть уже подготовленная основа была. Это подготовленная основа, раз и все, насадили. Допустим, в Западной Европе подготовленную основу, она была, но ее рубили гораздо дольше и гораздо ярче. Я там ездил в некоторые страны, разговариваю с людьми, говорят, у нас этого нет, у нас нет носителей. Их почти все вырубили. А кого не вырубили, я там начинаю узнавать там, корни, так они почти половину все с Украины приехали, или из Восточной Европы. Поэтому тут вопрос такой. То есть человек, находясь там, допустим, в России, он может ехать заниматься одним. Человек, находящийся в Украине, может заниматься другим. Но когда они встретятся друг с другом, они будут разговаривать на одном языке. Так как математика. Ну, универсальный язык. То же самое. Вот и все. Хорошо, такой вопрос. Сами вы верите в Бога? Конечно. На ваших курсах есть какие-то определенные получения? Действую так, думаю так, верю в это. Навязывание какого-то своего... Я понял. В общем, вы намекаете, не секта ли мы. Понял. Что думает Бог вообще? Бог, у каждого свое понимание Бога. Мое понимание, но мое понимание, оно останется со мной. Дело в том, что у нас есть определенные, там, я это называю наставление дедов, да, там есть определенный свод правил. Но это правила, которые человек может сам для себя определять, придерживаться их или нет. То есть самое главное правило – это не врать самому себе. Все, больше ничего не нужно. И только вы перестаете врать самому себе, вы входите в правду. Вы входите в правду, вы со временем получаете силу. Получив силу, вы входите, там, становитесь вольными, входите в спас. Вот и все. То есть критерии 4 шага. Но самое главное, не врать себе. Перестанешь врать себе, перестанешь врать окружающих. То есть тут можно там концепцию вести на классическую «полюби себя» и так далее. Да, это все верно. Оно там все переплетается с классической психологией, которая тоже, там у нее ноги растут из классического восприятия. Ну, но суть в другом.
То есть Бог у каждого свой. Кто-то может так воспринимать Бога, кто-то иначе. Я говорю, мы вне религии, нам это не нужно. Мы просто даем людям, люди сами развиваются. Хотят, развиваются так, хотят иначе. Хотят, придерживаются, хотят, не придерживаются. То есть я, допустим, у нас нету культа учителя, там, наставника. Я могу подсказать, я могу рассказать, и ни в коем случае не претендую, допустим, на роль там гуру какого-то. Слушайте меня, только я знаю. А какая цель? Ну вот даете вы знания. Для чего? У вас они есть, хорошо? Ну, замечательно. Пусть будут у других. А для чего? Сделать мир лучше. Людей включить. Ну, на самом деле, когда человек понимает, осознает, что происходит вокруг, просто для себя, естественно, он начинает это, ну, не навязывать свою точку зрения. Я надеюсь все-таки, что наши ребята не навязывают. Но они, по крайней мере, своим поведением, своим восприятием начинают менять окружающее пространство вокруг себя. Соответственно, кто-то тоже включается. И такое негласное влияние происходит, и люди просто начинают выходить из тех замкнутых кругов, которые сами создают. Чем больше будет таких людей, тем проще будет жить всем. Ну сколько уже прошло через школу спас? Ну, порядка 4000. 4000? Да, это... Что-то изменилось с тех пор? В политике, может, в мире? Ну, 4000 это уже большая цифра. Ну, 4000 это на самом деле маленькая цифра на фоне, допустим, тех же людей, которые посещают, например, баптистские церкви или там еще какие-то другие церкви, там, ну, где во главе стоит книга. Да? То есть на фоне этого, естественно, у нас, ну, не стоит задача внести какие-то изменения. Стоит задача принимать тех, кто приходит. То есть если нас будет много, замечательно. Если нас будет меньше, ну, значит, пока не пришло время. Оно, это процесс долгоиграющий. То есть здесь момент в том, что моя задача научить людей, которые научат своих детей. То есть чтобы они передали это детям. Чтобы они сами начали потихоньку... не убивали в детях то восприятие, которое есть. То есть на самом деле, ну, это же не секрет, что человек, когда ребенка включают в социум, у него все закрывается. Все. Они изначально видят все, они изначально все слышат. Они могут чудеса показывать, пока его разум не забит. Как только его включили в социум, все. Поэтому потом его доставать тяжело. Хорошо, значит, цель как можно больше включить людей, чтобы они были осознанно действовали. Допустим, есть Далай-Лама, кто-то ездит по свету, естественно, бесплатно, выступает, как бы, ничего за это не берет, дает свои знания за даром. Вы берете деньги? Мы вынуждены брать. Ну, как бы, тут вопрос очень такой, на грани, да? То есть, во-первых, стоимость обучения, она достаточно демократична. То есть это в первую очередь заключается в том, что надо какие-то перелеты, переезды, аренда жилья, аренда помещения. Ну, вот. Есть моменты, там, какие-то материалы и так далее, и так далее, и так далее. И эти цены, ну, они достаточно демократичны, просто они могут меняться в зависимости от территории, где проходят занятия. То есть где-то оно там есть, где-то, ну, опять же, в чем-то же надо ходить. Если я постоянно этим занимаюсь, то мне надо хотя бы хоть чуть-чуть себя содержать. Поэтому, естественно, это вынужденно. Если вдруг каким-то чудесным образом какой-нибудь очень богатый ученик мне подарит энную сумму денег, занятия будут всегда бесплатны. Вот и все. То есть на этом денег заработать, ну, можно, конечно, там, создать себе какое-то течение, движение, заработать на этом денег. Но поверьте, я встречал людей, которые хотели на этом зарабатывать. Они почему-то посчитали, что имеют право это делать, и их очень быстро убирало. Из моей жизни и вообще из таких вот движений. Таким образом, они умирали? Нет. Нет, есть такие, которые умирали. В основном закрываются способности,
жизнь начинает идти наперекосяк. Вот. Ну, там у людей начинаются фантазии. Ну, другими словами, у людей начинается, это даже Данилов говорил, что начинается испытание рублем. Значимость растет, корона, гордынька, это все проходят рано или поздно. Но я благодарен своей супруге, когда в свое время у меня ту корону сбивала. Вот. Но тем не менее, это было у всех, это все через это проходят, но просто некоторые, ну, звездная болезнь это называют. То есть люди начинают, те принципы правды просто перестают для них действовать, и начинают просто зарабатывать деньги. Но нельзя это делать. Какая примерная цена за ваш курс? Ну, она лавируется, но все-таки есть какой-то... Ну, в среднем там, от 100, мы так будем брать эквивалентом, $100 и выше в зависимости от территории. Но за 6 дней. За 6 дней, да. 6 дней это, скажем так, 6 дней это не конец. То есть у вас есть там такое, то есть у нас есть там чаты, у нас есть места, где мы общаемся, мы постоянно работаем и взаимодействуем. Вот. Поэтому если человек думает, что если он там отбыл 6 дней, ему дали домашнее задание, он оставлен сам наедине с самим собой, это все не совсем так. То есть у нас как минимум, ну, мы сейчас в основном работаем через Viber и там, через Skype, ну, благо техника позволяет. То есть идет постоянное общение, идет постоянное развитие. То есть человек как минимум может задать вопросы. Тем более, что я всегда в доступе, ну, по возможности, конечно, когда нету занятий. Вот. И те, кто прошел, они всегда могут подсказать. Это самое главное. Потому что теории очень много. Есть книги, есть видео. Видео тоже моего отца, там, Данилова, Сергея. Ну, люди вещают в большом количестве. Я, допустим, считаю, что теория – это все хорошо. Ну, книгами ты не научишься. То есть надо выходить на уровень практики. То есть у меня основная задача людей включить на практику. То есть я им даю практики, объясняю, как они работают. А теорию они всегда могут посмотреть и наложить одно на другое. Потому что книги там могут написать, но когда у тебя возникают вопросы, и человек начинает сталкиваться с тем, что ой, у меня ничего не выходит. Ну все. Ну не вышло, ладно. Ну не буду, значит не мои. И бросает. На самом деле надо просто сделать еще один шаг, там какая-то поддержка нужна, еще что-то. Ну, элементарные вещи. Ребенок 50 раз упал, но он все равно не говорит, что это не мое, продолжает учиться ходить. Понимаете? Тут в этом плане очень все понятно. Хорошо. Вам 33 года, вы занимаетесь 34 года спасом. Можно сказать, 34 почти уже. 34 почти? Да. До 20, получается, до 29 лет вы работали, жили. Кем вы работали? Я в основном в торговле работал. В торговле? Ну, торговля, разные торговли. Не, ну замечательно. В общем, торговля. Да. А как Спас помог? Что он изменил? Что вообще достиг? У меня всегда все было хорошо. Все было хорошо. А получается, Спас кому нужен? Мне. Все плохо? Спас нужен любому. Если у тебя все хорошо, у тебя может быть все лучше. Если у тебя все плохо, у тебя может быть все хорошо. Здесь вопрос не в том, что плохо-хорошо. Да, вопрос в том, что какими усилиями тебе дается то или иное действие. Ну, возьмем какой-нибудь банальный пример. Допустим, менеджер сидит в офисе постоянно, у него бытовуха каждый день. Да. Приходит он на курсы Спас. Ему, ну, он, допустим, начал видеть алкоголь. Класс. Угу. Только зачем? Ну, аура в этом вопросе может помочь в практическом, если он взаимодействует с людьми, например. Но здесь вопрос в другом. Вопрос не в ауре, которую он видит, а вопрос в том, что насколько он должен понять, насколько в первую очередь он закопался в своей работе. То есть услышать себя, увидеть себя со стороны, в событийных моментах и так далее, и так далее, и так далее. То есть само видение ауры, оно практично несет, если вы этим занимаетесь. Вопрос в другом, что когда ты постоянно тренируешься, когда ты работаешь с объемами, понимаете разницу? Не просто видеть. Видеть ничего страшного. Я могу научить человека видеть, ну, за 5 минут.
Как минимум, там, элементарно, самое простое он увидит за 5 минут, может даже и меньше. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем 5 минут уходит. То есть здесь ничего, мы это видим постоянно и всегда. Глаза устали, надо, ну, двоится, что все. Ну, это и есть аура, там ничего нет. Это электромагнитное тепловое излучение вокруг нас, но оно еще имеет определенные там слои, имеет определенную информационную окраску, цветовую окраску. Это, ну, очень сложные структуры. Ну, если ты просто работаешь в офисе, тебе надо, в первую очередь, чтобы тебя вот здесь работало. Правильно? Если ты постоянно в своих цифрах и так далее, погружаешься, то ты постепенно начинаешь, тебя это съедает. Ну, так далее. Я работал и в офисе, и в полевых условиях. То есть я работал на разных рынках. Поэтому я знаю, как это работает. Инвалиды. Человек, не знаю, болеющий раком. Ну, у нас были люди разных. И что, были какие-то, ну, есть какие-то истории там, об изготовлении? Ну, у отца есть, да. Отец мой исцелял рак. Ну, я просто пока еще по возрасту мне нельзя заниматься целительством. Да? Со скольки можно? Ну, это уже секрет. Да. Пока об этом я говорить не буду, это не важно. Ну, это не тематика сейчас, пока нашего разговора. Придет время, я об этом сообщу для всех, во всеуслышание о том, что можно. Но нельзя, потому что нельзя. То есть надо сначала прийти к определенному уровню внутреннему, чтобы потом человеку случайно не навредить. Вот. А момент, ну, исцеления есть, я знаю, людей, которые, но вы поймите, занятия на курсах – это не панацея от всех болезней. Это только способ рычаг человеку, возможно, найти какой-то свой путь. Потому что если человек занимается собой, то он будет понимать, как ему интуитивно, что делать и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть вопрос о том, что первое, что вы должны сделать – это услышать себя. Познать самого. Спас – это особое состояние психики, энергетики, которое способствует наибольшему целостному взаимодействию с окружающим миром. То есть вы через мир себя познаете, через себя познаете мир. По-другому эта концепция не работает. Вроде бы как такие слова, которые избитые фразы. Да, и все об этом говорят, да, это надо так. А как этого достичь? Просидеть в медитации? Ну, да, это хорошая практика, согласен. Но у меня нет времени на медитацию. У меня там дети не кормлены, скотина не кормлена. Вон там татары идут. Когда я буду медитировать? У меня нет на это времени. Я могу максимум дрова рубить. Но вот я пока рублю дрова, этим занимаюсь. Я воспитываю саму себя, воспитываю таким образом людей. Измените себя, изменится мир вокруг, да? Старая пресловутая, избитая, опять же, фраза. А как это сделать? Вот в этом вся суть. То есть первый момент, это вот, ну, мы учимся сначала, это связано с саморазвитием. Дальше, после третьего курса, когда у нас уже идет уровень, ну, скажем так, дальше мы встречаемся индивидуально где-то. Я приезжаю, люди приходят, и мы с ними занимаемся отдельно. Я даю уже более серьезные вещи, и вот тогда это все нужно уметь. Ну, я вам просто простой пример. Да, есть очень много книг, молитвенников, заговоров, там, так далее, так далее. Ну, так они не работают, если человек не умеет ими пользоваться, элементарно. Книг много, а как пользоваться? Как это работает? За счет чего это работает? Что нужно сделать, чтобы оно заработало, чтобы он там, на? Вот в этом все суть. То есть основа, она была у всех родов одинаковая. То есть все люди одинаково это все обучали, у всех было одно восприятие. То есть подводили к единому началу. И оттуда уже каждый шел в свой стиль. Когда ты придешь, то, там, допустим, ты поймешь, что ты там отлично, я не знаю, играешь на музыкальном инструменте, то, чего у тебя раньше вообще не было. Отлично, это твой спас, твое проявление. Да? А кто-то начнет стихи писать. Вроде в жизни не помогает, но на самом деле это его отрада, это его способность там, выйти из любого, скажем так, психологического кризиса. Он написал стихотворение, и все, он стал снова сильным.
тоже спас. Вроде психология, вроде нет. Я пока не говорю про энергии, не говорю про тонкие материи, потому что, ну, чтобы люди не думали, что этого не существует, оно есть. Мы с этим работаем. На втором курсе, на третьем курсе. То есть оно все, естественно, там вылазит, показывается. То есть та же энергетика, она совсем с другого ракурса, уже на втором курсе, на третьем курсе, вообще по-другому. То есть каждый раз мы меняем картинки, каждый раз мы меняем восприятие. И вот тогда человек уже понимает, кто он есть, что он может, ну и так далее. Естественно, если он к этому стремится, потому что есть люди, которые просто приходят ради интереса, такие тоже есть. Их не исключить. Так что так. В каких странах проводится курс? Ну, Украина, само собой. Проводили в России, но сейчас ввиду иных событий мы пока немножко это отложили, но я надеюсь, что скоро опять начнем проводить. Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, Молдавия. Ну, еще поедем. Люди, в принципе, приезжают из разных стран. Причем в любой город. То есть и в Украину прилетают, там из Германии, и из Франции есть люди, из Литвы. Ну, то есть наших много. В разных местах. Но, к сожалению, наверное, еще в недостаточном количестве для того, чтобы яркие изменения происходили. Китайцам, наверное, сложно. Вот. Они достаточно закрытый народ, у них свои знания. Ну, интересовались, конечно. Китайцы. Ну, у них немножко по-другому все. Они больше ближе к Тибету. Да. Там тоже есть чем поучиться, естественно. Вот. Но если приедут, ну, с радостью. Поделимся. Ладно, благодарю за разговор. У нас в гостях был Александр Викторович Четенков. До новых встреч. Благодарю.